Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня программа «А мы к вам на чай». В гостях у бизнесмена Кирилла Лебедева и его семьи. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш дом. Познакомьтесь, это моя жена Лиза. Здравствуйте. И мой сын Данька. Расскажите о себе, что для вас главное в жизни? Семья. Ради Лизы и Дани я готов гору свернуть. Ну и, конечно, моя компания, так сказать, мое детище. Я жду, когда Данька подрастет и будет мне помогать. Я очень хочу семейную династию. Андрюх, извини, в офис я тебя не приглашаю, сам понимаешь. Мне очень жаль, но со справкой об освобождении я тебя на работу взять не могу. Даже несмотря на то, что ты был директором филиала. Да дело ведь не справки об освобождении, верно? Андрюх, прости. Лебедев узнает, что я тебе помог, он меня уволит. Я больше нигде в городе работать не найду. Лиза, а чем вы занимаетесь? Ничем особенным. Не скромничай. Лиза у меня не какая-то светская львица, которая проводит время в салонах. Нет. У нас нет домработницы, у нас нет няни. Всем занимается Лиза. То есть вы считаете, что бизнес не женское дело? Ну, это мое личное мнение. Я его никому не навязываю, но в данном случае Лиза сама так решила. Да, Лиза? А, да. Я сама так решила. Лиза, тысячи зрительниц сейчас хотят оказаться на вашем месте. Ваша жизнь напоминает сказку о Золушке. Красивая девушка из небольшого сибирского города нашла своего принца. Да, мне очень повезло, но, к сожалению, не все в моей жизни похоже на сказку. А у меня семья. Ребенок скоро должен родиться. Да все понятно. Ладно, извини, что побеспокоил. Подожди, водителем пойдешь? Пойду. А Лебедев как? В штате я тебе светить не стану. Оформлю как самозанятого. А фургон возьмешь у нас по договору в аренду. Спасибо. Только постарайся Лебедеву на глаза не попадаться. 3 года назад наш сын Даня перестал говорить. Без причины, просто замолчал. Жаль, что Даня не может сказать нам, что он рисует. Давайте я вам скажу. Так, ну-ка, дай-ка я посмотрю. Так, это чудовище. Чудовище из сказки «Аленький цветочек». Вот девушка. Такие дети, как Даня, очень остро чувствуют мир. Мы с Лизой делаем все возможное, чтобы наш сын Даня снова заговорил. С ним работают лучшие специалисты, и я надеюсь, что очень скоро он скажет «папа». А я хотел бы дать надежду семьям, у которых нет возможности оплатить лечение своих детей. Поэтому в этом году я открываю в нашем городе социально-реабилитационный центр для детей с особенностями, который будет спонсироваться моим благотворительным фондом. Всего доброго. И вам спасибо большое за интервью. У вас очаровательная жена. Всего хорошего. Всего доброго. Счастливо. Что? Для меня улыбка выдавливала этому кобелю-корреспонденту. Прямо здесь готова была отдаться?
Верочка, я просто улыбнулась. Звонок. Алло. Центр помощи жертвам семейного насилия. Чем я могу вам помочь? Меня избил муж. Это случилось впервые? Нет. Как часто муж вас избивает? Каждый день. Как вас зовут? Лиза. Лиза, вы можете к нам сейчас приехать? Я попробую. Я попробую. Алло, Лиза, вы меня слышите? Лиза, алло. Кира, алло, нет, Лиза. Кира, пожалуйста. Лиза, алло. Кира, пожалуйста. Ты куда собралась, дрянь, а? Ты должна быть здесь. Кир. Ты моя жена. Да. Да? Да, ты будешь делать то, что я скажу. Да? Да? Если ты попробуешь сбежать, я тебя убью, поняла? Поняла? Да? Да. Молодец, и мне ничего за это не будет. Ты никому не нужна, слышишь? Ничтожество! Никто тебя здесь не спасет! Мне что больше этого не будет. Чего? Ты меня сама вынудила. Ну, слышишь меня? Вину на меня не перекладывай. Вот, сиди здесь и думай.
Да. Куда? Пойдем со мной. Пойдем. Танечка, малыш, ничего не бойся. Он не боится. Чего ему бояться? Мы семья? Да. Читаем сказку. А если мама хочет уйти, ну что же, но тогда она нас больше никогда не увидит. И мы останемся вдвоем. Ты поняла, Лиза? Сынок, мы с тобой сейчас поедем в одно место, где папа нас не найдет, хорошо? Тихо, тихо, мой хороший, тихо. Очень тихо, вот так. Сынок, подожди меня здесь, мне надо наверх. Миленький мой, это очень важно, нам нужны деньги и документы, иначе мы не сможем уехать. Я это сделала. Я от него сбежала. Но теперь мне так страшно. Лиза, не волнуйтесь.
Не волнуйтесь, вас никто не обидит. Вы здесь в безопасности. Вы не понимаете. Я уже пыталась от него уйти, но он угрожал, что заберет у меня сына. Он все может, у него связи, деньги, власть, возможности. А я никто. Я ничтожество. Это он вам так сказал? Сынок, пойдем завтракать. Дань, сынок! Данька, а ты где прячешься? Скажите мне, я все правильно сделала. Мне кажется, я сделала только хуже. Я боюсь не за себя, нет, но я волнуюсь за Данечку. Все-таки Кирилл его отец, и, может быть, нужно было еще немного потерпеть, но оставить все так, как было. Лиза, вы все сделали правильно. Находиться рядом с таким человеком смертельно опасно для женщины и для ее близких. Муж угрожал, что убьет вас. Но я не думаю, что он когда-нибудь сделал бы это. Пойдемте со мной, я вам кое-что покажу. Это Маша. Она жила со своим мужем, который регулярно избивал ее. Маша терпела, потому что она хотела, чтобы у ее детей была полная семья. Но один из ударов оказался смертельным. Тромб оторвался. Теперь ее муж – опекун двух ее несовершеннолетних дочерей. Муж Алисы ревновал ее и угрожал убить. И однажды он ударил ножом и ушел, оставив умирать. А в это время в квартире был их маленький сын, который пытался разбудить маму. Мне продолжать? Нет. Лиза, домашние тираны действуют по шаблону, и ваш муж в их числе. Женщины прошли 6 стадий отношений с абьюзером до того момента, как их убили. Вы прошли 5-ю. Что это значит? Это переход к угрозам и запугиванию. На 6-й стадии абьюзер задумывается об убийстве, а потом многие доходят до 7-й и убивают. Вы помните об этом, если задумаетесь вернуться к нему? Нет, теперь я никогда к нему не вернусь. Они тоже так думали. Но все вернулись. Никто из этих женщин не вышел. Лиза,
А что вам известно о прошлых отношениях вашего мужа? Да ничего. Он никогда мне ничего не рассказывал, а я и не спрашивала. А вы не думали, что были еще жертвы? Не знаю. Один раз была ситуация, когда я видела, как Кирилл рассматривал на своем ноутбуке какие-то фотографии, и мне даже показалось, что эта девушка похожа на меня. А почему вы решили, что именно она жертва? Просто он так смотрел на нее, как когда... Когда издевался над вами, да? Я подумала, что он вспоминает нечто подобное и получает от этого удовольствие. А вы знаете, кто эта девушка? Что с вашим сыном? Почему он молчит? Это связано? Да, это произошло 3 года назад. В тот день Кирилл меня впервые ударил. Вертолеты, карусели прилетели. Мам, а папа дома? Где вы были? Посмотри, папа дома. Папа дома. Вы должны были час назад вернуть. Папа, я такое видел. Прости, любимый. Мы встретили соседку, она рассказывала нам про детский садик, куда водят свою дочку. Нам так понравилось, да? Ага. Зачем нам детский садик? Ты же прекрасно справляешься с воспитанием ребенка дома. Спасибо, любимый. Но это неправильно. Я даю ему, конечно, все, что могу. И ты тоже. Но ему не хватает общения со сверстниками. Смотри, ему необходимо находиться в обществе погодок, чтобы в школе у него не было проблем. А что ты будешь делать со своим свободным временем? Ты о чем? Отлично все придумала. Муж на работе. Ребенок в детском саду, а ты с мужиками? Шлюха. Кира. Кирочка, за что? За что? К нам в дом приезжали психологи, логопеды, психиатры. Мы провели полное обследование. Никаких патологий не выявили, ничего не нашли. Но с того дня Данчик разговаривает со мной только через рисунки. И при этом ваш муж продолжал избивать вас на глазах у сына. А вы обращались в полицию? Конечно. Сразу после первого случая. Он избил меня. Он ударил меня. А там остался мой сын. Успокойтесь. Вот. Выпейте воды. Спасибо. Может быть, вам вызвать врача? Нет, нет, пожалуйста, ничего не надо. Я вас очень прошу, пожалуйста, просто помогите мне. Прошу вас, что я должна сделать? Так, ну, для начала написать заявление. Заявление. Да, слушай. Понял. Сейчас. Можно я с вами? Все в порядке. Вы пишите. Я сейчас подойду.
Прости меня. Прости. Поехали. Не надо. Ты нужна мне и сыну. Прости, я тебя умоляю. Слышишь? Я умоляю тебя, прости меня. За что? За то, что избил? Я ревную, я... потому что я люблю тебя, я с ума схожу. Я жить без тебя не смогу, понимаешь? Не уходи, ну я тебе клянусь, такого больше никогда не повторится, клянусь тебе. Ну хочешь, я пойду к психологу. Я готов. И вы ему поверили. Да. Но он сорвался уже на следующий день. Только теперь он бил меня за каждую провинность. Плохо выглаженная рубашка, не та прожарка мяса, все, что угодно, за все. А почему пришли именно сейчас? Понимаете, он стал пить таблетки. И на 2 недели он действительно стал гораздо спокойней. А в этот раз он так сорвался, что я подумала, что он убьет меня. Или я навсегда останусь в этом подвале, в котором он меня запирает. А вы не против, если мы пообщаемся с Даней наедине? А Данечка, сынок. Привет. А что с ним? Это с нами так бывает. Такое странное состояние. Он как будто зависает, как сейчас. Да. Данечка, солнышко, а тетя врач хочет с тобой поговорить, хорошо? Привет. Ты здесь рисуешь? Ой, какой ты молодец. А мама сказала, что вы говорите через рисунки, да? Нарисуешь мне, что ты хочешь сказать маме? Понадобится, обращайтесь ко мне. Обед в 2 часа. Если проголодаетесь, работает кафе. Спасибо. Thank you.
Можно? Да, мы закончили уже. Лиза, смотрите, что вы здесь видите? А, качели. Угу. Вы знаете, до всего этого ужаса, когда еще Данчик разговаривал, мы часто ходили гулять в парк. Там было много качелей, там были детки. Данечка очень любил там играть. Может быть, он скучает по тому времени? Качели — это выражение его эмоций. Нестабильность. Маятник его эмоций. С одной стороны, ваша любовь и вы, а с другой стороны, отец. И страх вас потерять. Но все будет хорошо. Вот, я взяла тебе какао с маршмеллоу и булочку с корицей, как ты любишь. Слушай, ты куда? Здесь моя жена и сын! Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Мы не даем информацию о наших подопечных. Даже вам. Быстро, быстро, быстро. Маленький, мы не бойся. Все будет хорошо, мы с тобой сбежим. Другой город, где папа нас не найдет. Да? Слушайте, моя жена психически неуравновешенная наркоманка. Вы ее укрываете. Если с моим сыном здесь что-нибудь произойдет, вы все пожалеете, понятно? Ну, вы же знаете наши правила. Вы сами их утверждали. Мужчинам вход запрещен. Женщина здесь находится под нашей защитой. Слышал? Вали отсюда. Или будешь иметь дело с полицией? Я сейчас сам полицию вызову. Вы позвонили в службу 112. Ожидайте ответа. Что, вы думаете, что я монстр, который свою жену избивает? Вы знаете, откуда у нее синяки? Она под кайфом с лестницы упала. Служба 112. Чем могу помочь? Да, моя жена украла моего сына. У вашей жены есть ограничения на общение с ребенком? Нет, нету, но она в психически неуравновешенном состоянии, она может причинить ему вред. Аня! Расходимся, расходимся. Что здесь случилось? Это Кирилл Лебедев. Угу. Говорит, что его жена наркоманка. И ты ему поверила? Я видела у нее таблетки. А где Лиза? Отдыхает? Нет. Она в игровой с мальчиком. Ага. Прости, Раиса. Приедет полиция, во всем разберется. Я хотела ее предупредить. Аня, ну я обещала, что они здесь, под нашей защитой. Так будет лучше. Лиза, вы там? Я хотела попросить вас пройти тестирование. Стандартная процедура. А я присмотрю за вашим сыном. Я перерою весь этот центр. Я здесь все разнесу. Я обязательно что-нибудь придумаю. Я придумаю, как нам его обойти, хорошо? Здесь есть другой выход. Что? Я помогу вам выбраться. Ваш муж вызвал полицию, он очень зол. Теперь он будет охотиться за вашим ребенком, а вас он может убить. Я сама была в такой ситуации, вам надо бежать. Господи. Солнышко мое. Я могу помочь вам спрятаться. Есть безопасное место, вас там никто не найдет. Ни полиция, ни муж. Мой друг Михаил живет на ферме в лесу. А это далеко отсюда? В нескольких часах езды от города. Он пожилой вдовец, ищет компаньонку. Никакого интима, за это я ручаюсь. Только общение и помощь по хозяйству. А он живет там один? Один. Несколько лет назад он похоронил жену и теперь страдает от одиночества. Простите, я должна подумать. Ну вот, приедете и подумайте. Давайте я отвезу вас туда, посмотрите. Понравится, останетесь. Вы ничего не теряете. Хорошо, хорошо, едем. Поехали. Идите к служебному входу. Я выйду через центральный и подгоню к вам машину. Быстрее. Пошли. Быстро, быстро.
Лиза! Лизок! Открывай. У вас должны быть запасные ключи. Я сейчас вызову техника. Он вскроет замок. Давайте быстрее. Данечка, быстро в машину. Да, быстро, 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 солнышко. Все, все, сейчас будет все хорошо. Открывайте. Ответственность я беру на себя. Открывайте. Это что, шутка какая-то, а? Она была здесь. Точно. Меня зовут Нина. А тебя как, малыш? А его зовут Даня. Только он у нас совсем не разговаривает. Извините, я не знала. Ничего, ничего. Скоро Данечка к вам привыкнет. Ты, Лиза? Сбежала твоя Лиза вместе с мальчиком. Слава богу. Прости. Ты не знаешь, куда они могли поехать? Нет. Но надеюсь, что они уже далеко отсюда. Рай, почему ты ее так защищаешь? Она нас подставила, прикинулась жертвой. Она и есть жертва. А ее муж – жестокий человек и манипулятор. Рай, вот чего ты во все это лезешь, а? Хочешь лишиться работы? А мне все равно. Я здесь для того, чтобы помогать таким, как Лиза. Кажется, забыла свои таблетки. Нина, где-то будет здесь аптека. Мне очень нужно. Не волнуйтесь, я захватила. Вот. Спасибо. Я вас понимаю. Я тоже принимала обезболивающие, когда меня муж бил. Спасибо. Напугал. Я Михаил. Лиза. Очень приятно, Лиза. Вы так крепко спали, что мы с Ниной решили вас не будить. Она мне рассказала, через что вам пришлось пройти. Михаил, простите, Нина сказала мне, что вы здесь живете один? Да, так получилось. Но я только что видела здесь девушку рядом с моим сыном. Но если это только была лесная нимфа. Когда мы с женой покупали этот дом, думали, что будем нянчить внуков на старости лет. Но наша единственная дочь умерла, когда ей было 20. А вот качели остались. Мне ужасно жаль, простите. Вы, наверное, проголодались. Скоро будем ужинать. Нина там всего наготовила. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Спасибо большое. Мы только вещи заберем. Да, да, да. Так. Проходите сюда. А там что? Чердак. Там разный хлам храню.
Мы с тобой обязательно туда потом заберемся. Давай, прошу. Танечка, проходи. Ну как, нравится? А, да, спасибо, очень уютно. Да располагайтесь. Угу. И приходите ужинать. Да, в ванной горячая вода и полотенце. Угу. Да вы не торопитесь. Мы с Ниной ждем вас. Данечка. Что-то случилось? Ты хочешь мне что-то сказать? Нарисуешь? Девушка, она здесь? В доме?